Кызыльском районе сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с собственниками животноводческих хозяйств. С начала января на территории Кызыльского района зарегистрировано 5 краж скота. Вместе с тем произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на домашних животных. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал, однако машинам, так же как и хозяевам скота, причинен немалый материальный ущерб. В связи с этим сотрудники полиции предупреждали собственников животноводческих хозяйств о недопустимости свободного выпаса скота и призывали соблюдать установленный порядок перегона скота в соответствии с требованиями российского законодательства. В целях пресечения подобных фактов сотрудники ГИБДД и участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России Кызыльский совместно с представителями администрации муниципального района Кызыльский Кожун провели целенаправленные профилактические рейды по аратским хозяйствам и чабанским стоянкам, расположенным в селе Селиное, село Эрбек и местечко Пом Кызыльского района. Отмечается, что в январе за нарушение требований правил дорожного движения 3 погонщика скота понесли административную ответственность. Участковые уполномоченные полиции обратили внимание чабанов и владельцев поголовья на усиление контроля над своим имуществом и призвали принять меры по обеспечению контроля на выпасах, укрепление места его содержания, что является надежной гарантией обеспечения его сохранности. Кроме того, бесконтрольно пасущийся скот является легкой добычей для злоумышленников. В таких случаях владельцы не всегда могут указать точное место выпаса скота, время и дату совершения хищения и, как правило, сообщают в полицию после того, как самостоятельные поиски не приводят к положительному результату. Полицейские напомнили гражданам о том, что согласно Кодексу Республики Тыва об административных правонарушениях, выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцам или уполномоченным им лицом влечет наложение административного штрафа на граждан.